Ассаламу алейкум. Добрый день всем. Хочу сказать несколько слов в поддержку наших дорогих мусульман, наших братьев, которых обвиняют по статье терроризм. Мы их прекрасно все знаем. Я лично знаю двух ребят из них. Эти ребята жили в городе Белогорск, поселок Зуя, один и тоже Белогорский район. Я хочу обратиться к тем, кто судит этих ребят. У вас есть сердце? Прочувствуйте то, что чувствуют их дети, их семьи. На сегодняшний день весь наш народ чувствует несправедливость по отношению к нам. То есть тот беспредел, который чинится в отношении наших мусульман, он бесследно не останется. Он остается в наших умах, в наших сердцах. Поэтому пересмотрите свои деяния, пересмотрите то, как вы судите. Если у вас есть закон, у вас должна быть доказательная база. Нет доказательной базы, отпустите людей домой. Зачем держать их и судить, осуждать на большие сроки? Мы против этого. И мы, будучи теми, кто является голосом этих осужденных, так как они не могут сказать во всеуслышание, мы заявляем, отпустите их.